Губернатор Александр Михайлов внес изменения в постановление об установлении карантина по африканской чуме свиней на части территории города Курска. Новый документ разрешает реализацию свинины и мяса животных других видов, а также птицы на торговых объектах и в торговых сетях нашего региона, но строго под контролем органов ветеринарного надзора. Напомним, после того, как в областном центре были зарегистрированы единичные случаи заражения, временно действовал запрет на продажу свинины из личных подсобных хозяйств на рынках региона.